Йоу-й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 оу! Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит в исполнении Месси Смит Плай! Макс Пейн, неуловимый мститель, ушел в закат! А Хитман, неуловимый киллер, величайший наемный убийца в мире, готов поговорить о будущем. Я вот так, друзья, смотрю, да, сложно это, конечно, хорошо, профи, друзья. Но я думаю, на среднем будем играть в этого самого Хитмана. В этого самого Хитмана, друзья, это версия... Для Personal Computer Steam версия. Это самое, да, купил по скидке, друзья. 99 рублей отдал, да, отличненько, 99 рублей по скидке отдал в Steam. И хорошо, и начинаем, да, очень вовремя. Была эта самая скидка прям как раз для нас, да. Я тут все думаю, но все-таки начнем, друзья, на среднем, естественно, уровне. Многие годы Диана была моим координатором от агентства. Она гарантировала тайну. Я совершенствую исполнение. Мы доверяли друг другу. Этим августом, 10 числа, Диана поставила агентство на колени. Она уничтожила все данные, удалила все контакты, выдала всех агентов... И исчезла. Оправившись от удара, агентство наконец-то выследило ее. Предложило мне контракт. Когда-нибудь я буду вспоминать это как очередное задание. В конце концов, это моя работа. Совершенство исполнителя. Механик-профессионал. Тот, кто работает по контрактам. Наемный убийца здесь. Послушай меня. Ты должна быть храброй. Сюда придет человек и заберет тебя. Я не смогу пойти с тобой. Какая музыка? Так надо. Этот человек, он другой. Он величайший наемный убийца. Он защитит тебя. Пожалуйста, не суди его за то, что он совершит. Агент 47 снова в деле. Мне жаль. Это контракт. Наемному убийце убить Диану. Прямо сейчас. Может, однажды ты все поймешь. Хитман Абсолютин. Абсолютинс. Отпущение грехов, что с перевода с английского. Прощение. 47-й? Это Бенджамин Трэвис. Деньги переведены на ваш счет. Добро пожаловать в Чикаго. Я оценю, что вы взялись за это задание. Идти против своих нелегко, но предательство Дианы Бёрнвуд должно быть наказано. Я бы отрядил одну из команд, но эта работа не для молота, а для скальпеля. Детали роли не играют. Вот именно. Удачи, 47-й. Прямо сейчас идем против своих.
Я подъезжаю. Хорошо. Проникните в усадьбу, устраните Диану. А Викторию приведите к нам, невредимый. Сэр? Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? Совершенство исполнения! Хитман! Величайший наемный убийца в мире! Пролог. Личный контракт. В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса, показывающая силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Это все? Ты все сказала? Проникнуть на территорию усадьбы нам нужно. С вами, опа, F1, открыть ноутбук и перечитать задание. Давайте перечитаем с вами задание. Если верить Бенджамину Трэвису, Диана Бёрнвуд совершила измену, забрав с собой ценный ресурс. Девушку по имени Виктория. Я должен устранить Диану и вернуть девушку. От себя. Диана спасла мне жизнь. Повод для ее устранения серьезный, но я не рад этому поручению. Впредь я буду упоминать ее как цель. Я не должен вовлекаться в это эмоционально. Окей, а тут читать будешь? Проникнуть на территорию усадьбы. Пройти через усиленно охраняемые главные ворота не представляется возможным. По данным разведки, на территорию усадьбы можно также попасть через сад. Окей, ну ладно, в принципе, все окей. Ладно, все в принципе нормально, друзья. Давайте еще раз посмотрим на эту красоту. Пока она нам рассказывала здесь, что да как нам, что да как делать. Какая красотища, друзья. Просто великолепно. Окей, друзья, погнали. Вы входите в запретную зону. Если охранник впереди увидит вас, он попробует вас арестовать. Поэтому не шумите и постарайтесь прокрасться незаметно. Я вот гаечный многие ключ найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Бросьте гаечный ключ в ведра, чтобы отвлечь охранника. Да я этим сейчас гаечным ключом добью его до смерти, как Вин Дизель. Вот так вот я тебя схвачу! Чтобы извлечь всю пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Окей, как скажешь, я вот так вот красивенько его... В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Ладно, понял, ладно, понял эти. Когда вы в укрытии, врагам намного труднее вас заметить. Когда вы целитесь, вы автоматически выделяете ближайшие цели. Сейчас Цельтесь постреляем. В голову. Чтобы повысить точность стрельбы, стабилизируйте прицел. Ты серьезно, что ли? Here we go! Чистое убийство. Не Поехали. Забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. А мы уже проникли на территорию усадьбы. Спокойненько, аккуратненько, перспективно, аккуратно нам все это самое сделай, Хитман, естественно. Окей, хорошо. Проникаем Уберите в сад. Уберите оружие. Я знаю, что это без проблем, у меня есть гаечный ключ, тебе говорю. Сейчас гаечным ключом добьем. На работу. Опа. Местный персонал. Аккуратно. У нас еле хватает времени проверять территорию. Точно говорю. Что-то ее крепко испугало. Ох, как ему прилетело! Ох, как хорошо-то, друзья! Это как-то вообще прям шикарненько, аккуратненько. Конспирактивно и мне аккуратно, Хитман, все это сделай нам. Все, естественно, нам все это самое продемонстрируй. Хорошо, убиваем, друзья, как говорится. И их складываем вот сюда аккуратненько, хорошо. Контейнер переполнен. Здесь больше нельзя ни спрятать еще одно тело, ни укрыться самому.
Окей, ну еще есть контейнеры, я вижу, поэтому еще сейчас будем прятать их всех ублюдков. Этих джаброни. О, сколько их здесь. Так, нам нужно вон туда. Вот именно вон сюда нам нужно. Окейшки, продвигаемся дальше, спокойненько, аккуратненько. Слышишь это сердцебиение? Быстрее меня только молния. Скрытая мертвая хватка! Это как прям в отряд Дельта! Чак Норрис! Ох, как он это все делает! Как он все аккуратненько, потихонечку, все так по-педански, да, все аккуратно, все в своем костюмчике в стиле Слендера. Красным галстуком. Это же Хитман уником. Человек со шрифтом. Лысый Хитман. Тот самый лысый Хитман. Что он такой? Данное прохождение сохраняется только для текущей игры. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, подготовка агента 47, а также его обостренное чутье, позволяют ему подмечать все, что его окружает. Опа! Аккуратненько. Опа. Аккуратненько. Так, я менять гаечный ключ, естественно, не буду. Естественно, я менять гаечный ключ не буду. Я этим гаечным ключом до смерти могу забить кого-нибудь, как Вин Дизель. Аккуратно. Это не я. Это не я, отвлечение, уже кто-то пропал. Точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Отвлечение, естественно. Аккуратненько все конспирактивно. Прекрасно. Делай нам Хитман. Проходите, пока охранник отвлекся. Похоже, нарушитель. Начинаю поиск. Ну и прием. Шикарно просто. Ну и просто шикарно. Вали отсюда, пока я тебя, блядь, не придушил. Пока я тебя, блядь, не задушил. Лучше я съебал собаку. Я с тебя, блядь, говорю. Пришел меня проведать, малой? Что? Я просто обход делаю. Слушай, моя жена чемпион штата по сплетням. Это было... Опа! Вас вот-вот заметят. Индикатор внимания показывает, в каком направлении находится угроза. Постарайтесь уйти незаметно. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Я знаю, куда идти, мать. Вот сюда, естественно. Можешь быть уверен. Все время будет лить. Аккуратненько. На твоем языке никто не будет говорить. Аккуратненько, Хитман, нам все делай. Опа, и мы пробрались, да? И мы пробрались, хорошо. Окей. Мы пролезли в сад. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Этот охранник идет к ограждению. Он не дойдет до вас. Ну да, скука здесь просто смертная. Но зато хоть сервис хороший. Найс, найс. Хороший нож, но я менять его тоже не буду. Я менять его тоже не буду! Опа! Опа! Impress! Впечатляет! Просто вообще впечатляет! Вообще как он впечатляет! Я сейчас этот ножик, а я возьму этот ножик! Максимальная интенсивность! Невероятный импульс! Это величайший наемный убийца перед нами сейчас! Величайший наемный убийца! Хитман! Это самый Хитман! Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. Да без проблем, сейчас переоденусь. Я переоденусь сейчас без проблем. Вот эту маскировочку я на N сейчас переодену себя, и хорошо. Вы переоделись, садовник. Теперь вы можете перемещаться по оранжерее. Учтите, что другие садовники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. При входе в оранжерею вы подойдете близко к садовнику. Он заподозрит вас, но вы можете обмануть его с помощью инстинкта. А, с помощью своего инстинкта. Используйте инстинкт, свой инстинкт, пока не окажетесь хорошо внутри. Вот так вот, по красоте, аккуратно, Хитман. Спокойненько проникаем. Садовники впереди заподозрят вас. А у вас недостаточно очков инстинкта, чтобы пустить им пыль в глаза. Поищите другой способ. Сейчас обходной путь найдем и красиво дальше пойдем. Да, все нормально. У меня футболочка с кактусами, я хорош.
Так, обезвредить его, конечно же, не будем, тут палиться. Палиться здесь не будем, естественно, все это самое. Правила. Вход только для охраны и для гостей мисс Бергвуд. Что? Почему? А если мне в туалет надо? Опа. Я тебе что, справочное бюро? Я просто делаю, что велено. И тебе того же желаю. Иди вам, кусты удобри. Так, я так понимаю, нужно обходной путь какой-то искать. Что скажешь о новом? Они нас не пропустят так все просто. Охранники преградили выход. Найдите способ отвлечь их. Так, нужно что-то нам принять, друзья. Используйте инстинкт для поиска важных объектов. А вот я и нашел. Я нашел. Я поверну винтель этот самый. И вот такую вот ловушку приготовили для них. И Панат приготовил ловушечку. Вот это да. Вы получаете очки инстинкта. Окей. Окей, мать, сейчас пойдем инстинкт свой нарабатывать. Спокойно, я голоднее тебя. Я упорнее тебя. Вы можете убить их или прокрасться мимо. Выбор за вами. Я такое за своего прошлого. Я знаю, что такое отчаяние! Я настолько хорош, что уже хорош. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Она, блядь, заткнется сегодня, заебала уже меня учить. И ты нахуй заткни, блядь. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Это пизда просто. Она говорит всю игру. Она просто всю игру что-то говорит, тело нам спрятано. Подсказывает. Да заткнись ты, блядь, заебала нахуй. Можно спрятать нахуй. Еще одно тело. Или укрыться самому. Какая красота, друзья. Где Диана-то живет? А красота просто. Какой вид. Шикарный вид. Просто лост. Остаться в живых. Ну, напоминает. Сейчас просто я как раз смотрю этот сериал. Ну, хороший сериал. Если смотришь, молодец. Окей. Дальше, да, я пойдем дальше. Через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд. А Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Что? Вы же... Окей. Вы окей. У меня нет рака просады. Фу. Дайте я вас расцелую. Я такой за своего вы проникли прошлого. В усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Да и что более страшно, дальше еще лучше! Опа! Опа! Хорошо! Хорошо, вломил его, я говорю, этим гаечным ключом буду забивать в этой игре. Я буду забивать этим гаечным ключом в этой игре, в одежде, да, бляха? В охранника усадьбы вы можете войти в саму усадьбу. Учтите, что другие охранники усадьбы могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Да сейчас я эти сильвербойлеры включу, эти самые, в стиле Лара Крофт. Я возьму эти два пистолета и тебе голову снесу. Задолбал за каждым прям действием следить за мной. Бля, пизда. Бля, пизда полная. Я ноутбук хороший. Хороший ноутбук, как у меня. Отключить систему безопасности нам тут требуют. Мы сейчас отключаем систему безопасности. Красивенько дальше мы уже переоделись. И красивенько дальше пойдем. Потому что, друзья, что более страшно, как я не договорил фразу, дальше еще лучше. Я процесс на ем на Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Окей, она, походу, остановилась. Да, нам нужно получить ключ-карту главы охраны, друзья. У нас тут какие-то... Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Какие тут важные объекты? Вижу, да, вижу.
Вижу, здесь какой-то важный объект есть. У нас какие-то очки. Как говорится, да, сейчас набираем. Но мы сейчас не будем, естественно, прям тут максимум какой-то делать, естественно. Мы аккуратненько все, конечно же, сделаем в стиле Хитмана и аккуратненько дальше пойдем, друзья. Я Хитман, бляха. Я уником. Я тот, кого ты даже не заметишь. Из ниоткуда! Внезапно! Да ладно, скажи мне. И что, друзья, более страшнее? Этот рецепт – профессиональная тайна, которую учителя веками передавали своим подмастерьям. Я внесу тайный ингредиент с собой в могилу, мистер. Ага. Это соль? Нет, нет. За кого ты меня держишь? Соль? Ради бога. Я, чтоб ты знал, один из лучших поваров в этом кулинарном аду за океаном. Вы добавляете жидкое масло в свой попкорн. Дай вам волю, вы самый воздух напичкаете сахаром, чтобы было слаще дышать. И у тебя еще хватает наглости делать предположения насчет моих рецептов. Ну, бляха, стал. Соль! Позор, сэр! Позор! Так, все, выметайся отсюда! Кыш-кыш-кыш! Да ладно тебе, расслабься. Я просто спросил. Тебя так инфаркт хватит, Варилкин. Вон, я сказал! Опа. Посторожи ворота или постреляй по банкам. Опа, горилла. Хитман, рискуешь, да, рискуешь. Отравляем, отравляем и куда-нибудь убегаем. Опа, он не заметил. Ты меня пугаешь. Он заметил нас. Он нас заметил, но он не обратил внимания, что какой-то мужик ему что-то насыпал туда. Он его отравил. Он его отравил. Да, делаем по классике, делаем по старинке, естественно. Отравляем его. Он падает, переодеваемся. А дальше я не знаю, я не помню, если честно, где ключ этот самый. Ключ доступа. Я, если честно, маленько не помню. Я давно играл эту игру, очень давно играл в эту игру. Ну, в 2012, по-моему, в 13 точно где-то примерно играл. Хм. Как это странно. Какие-то незнакомые нотки. Я переборщил с мускатом? Нет. Это что-то смутное, буквально намек в самом конце. Это что-то другое. Неужели я, как это называется, ошибся? Нет. Нет, давайте не будем его мучить. Давайте его не будем мучить. Обезвредим его. Выбор за вами. Ну, конечно же, обезвредить его. Я нажимаю, я тычу на Enter, я удерживаю, он не хочет его обезвредить. Опа. В любом случае, в ближайшее время он вас не потревожит. Убит мирный житель? Да я не хотел, бляха! Вы переоделись в повара. Я же не хотел убивать его. Теперь вы можете перемещаться по нижнему этажу усадьбы. В усадьбе никто не может вас разоблачить, но не ходите с оружием в руках. Это вызовет подозрение. Убили ни за что просто. Убили его ни за что. Ну, ну да, вот так вот, вот так вот. Я не профессиональный. Куда вот тащу его, не знаю. Все увидят, будет полная жопа. Тут какой-то повар носит трупец. Это же вообще уже слишком, блях. И я такой голодный не потому, что я сейчас на кухне, а я голоднее тебя. Я упорнее тебя. Я одареннее тебя. Я тот самый, я Хитман. И я такой из-за своего прошлого. Тебя хорошо, аккуратненько. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Ты, блядь, заткнешься, я уже, блядь, знаю, что там можно парочку скинуть туда тело. Так, я радио нажимаю. Радио, чтобы отвлечь врагов. И врагов отвлекаю, хорошо, прекрасненько, аккуратненько, бляха. Да я знаю, я абсолютно точно знаю. Прекратите! Блять, у нас одни минусы идут. Спокойненько, так, а прям вообще без палева, вот так вот хорошо. А я вот так вот тебе сейчас сделаю, бляха, вот так вот я тебе сделаю, я Хитман! Я уникум, я тот самый. Да и что более страшней. И как бы мне не было, это трудно произносить. Он лучше всех, величайший наемный убийца в мире. Я красиво второго туда положу и дальше пойду. Я пойду дальше, хорошо. А зачем убили, не понял. О, это ключ-карта. Это, блядь, ключ-карта. Ты понял, мой друг? Ты это понял, мой друг? Это ключ-карта. Это ключ-карта. Эта музыка пошла, потому что...
кем же, бляха, кем будет делать того человека, кто возьмет наследие Хитмана, кто возьмет наследие Хитмана? Да, бляха, он придушит тебя. Он тебя придушит, если набрав ты возьмешь... достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Я в рот ебал этот ноутбук. Мне нахуй не надо эти очки. У меня, блядь, 1750. У меня очень все хуево. Но мы карту нашли. Мы красивенько дальше можем идти. Мы переоделись в повара и красиво можем тут разгуливать. А зачем мы здесь разгуливаем? А вот не сюда, нет, не сюда, не сюда, Хитман. Не Хитман, не сюда. Нет, нам нужно второй этаж. Нам нужно здесь, у нас ключ, карта доступа есть, мы красиво дальше идем. Вот уже с бегом побежали, красивенько, аккуратненько. Вот сюда, правильно, цель достигнута, окей. Окей, шикарно, хорошо. Подхожу к цели. Отлично, 47-й, запомните. Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс, все, за что мы боремся. Она слишком опасна, ее нельзя оставлять живых. Думайте об этом, нажимая курок. Окей. О! Опа, друзья, смотрите-ка, вот мы там прям там были, в этом автобусе, мы прям там были. Опа, как хорошо, окейшки. Ну все, друзья, контракт готов, мы идем к цели. Диана, готовься. Но это еще не все будет, потому что нам нужно еще будет отыскать. Как хрустит у него. Перчатки. Да, люди выбирают смерть. Когда решают, как им жить. Подожди. Я оружие! Я оружие! Я не выбираю, куда направят меня. Просто взял и убил. Он ее взял и убил. Хитман. Какой киношка. Давайте посмотрим киношку, друзья. Аккуратненько. Опа. Опа, нет. Опа. Темно. Очень темно за окном. Очень это все сама. 47-й. 47-й. Да-да-да, я на связи, я слышу. 47-й, докладывайте. Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт, здесь что-то не так. Ты слабеешь. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо. Беги вместе с девочкой, пока Трэвис не догадался. Она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Я обещаю. Опа, разблокировали достижения. Максу Пейн. Бег вызывает много шума. Насторожить врагов. Не Максу Пейну, Хейтману. Этому Хитману. Мы переоделись! Мы переоделись в Хитмана! Это значит, пора браться за оружие! Пора браться за оружие, да, друзья? Агент 47 может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Время бабах. Бум тайм! Бум тайм! Активировать режим Джейсона Стэтхэма мне, пожалуйста. Давай-ка мне, Хитман, активируй мне режим Джейсона Стэтхэма. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель.
Фатальный урон. Опа. Наводитесь на следующего врага. Опа. Фатальный урон. Все враги получат свое. Ну-ка. Теперь стреляйте. Быстрее меня! Только молния! Активировали режим Джейсона Стейтхэма. Да бляха, величайшими наемниками не рождаются, ими становятся. И красивенько нам дальше давай, и это все дальше делай. Девку забирай. И заканчиваем дебют Absolutions. Absolution. Отпущение грехов. Ты знаешь, кто я такой? Я все знаю. Уником. Она человек. Мертва, да? Пошли в дом. Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Да, друзья, это, конечно, классно. Это классно, друзья. Садись. Поехали. Прекрасно, 47-й. Введите девушку в точку эвакуации. Впечатления у меня, конечно, да. Да, конечно, есть. Они есть, впечатления у меня, естественно. Как в первый раз примерно. Вообще забыл эту игру абсолютно точно. Зачем ты нужна агентству? Я не знаю. Может, потому что я... Диана сделала это ради тебя. Зачем? Пожалуйста, она была моим другом. Она забрала меня от врачей. Расскажи мне об этих врачах. Я не знаю. Все было как в тумане. Как дурной сон. Зачем? Это важно. Сэр, тут никого нет. Кажется, наш объект сбежал. Черт побери! Этого я и боялся! Погода мрачная, как и Хитман. Слышишь, Сейд? Найдите мне этого 47-го, пока он не исчез! Ну, о таких героях, друзья. Именно о таких героях, как Вин Дизель, Трикса, создают видеоигры. Неуловимый Хитман, как Вин Дизель. Это была, друзья, первая дебютная. Первая, это самая была серия дебютная. Да, она была, мы разблокировали с вами и заработали ветерана. Кстати говоря, неплохо, да, личный контракт с вами сделали. Естественно, мы же механик-профессионал, друзья, с вами. Все, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Это была первая серия Хитмана. Мы держим дальше путь по наследию Максу Пейн. Он тут присутствовал, я даже слегка ошибся, сказал Макс Пейн. Ну нет, да, он, конечно, впечатлил нас. Хитман просто impressed. Просто впечатлил меня конкретно, да. Ну что, друзья, что сказать? Все, на этом мы с вами прощаемся. Ждем продолжения Хитмана. Через 2 недели, естественно, продолжим играть в Хитмана Absolutions. Отпущение грехов. Прощение. Все это самое. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до встречи в следующих сериях, в других играх и в Хитмане Absolutions. Еще. Цитирую. Безнадежно — это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить. Это Джейсон Стэтхэм. Всем пока!